книгу вошли детские рукописи о более чем 400 фронтовиках, подпольщиках, тружениках тыла. Ребята описали боевой путь и подвиги своих прадедов на основе семейных архивов и воспоминаний родственников. Мой прадед Петр Федорович Кобзарь, он был призван в 1941 году в ряды Красной Армии. Воевал он в Крыму. И наша семья получила только извещение от 14 мая 1947 года о его смерти, потому что до этого он считался без вести пропавшим. Мне бы хотелось увековечить память о нем в этой великолепной книге. Я считаю, что такое нужно делать почаще, чтобы оставалась память о тех героях, которые воевали в Великую Отечественную войну. Книга состоит из 6 томов. Она доступна к чтению в библиотеке и в онлайн-формате. Эта книга будет продолжающимся проектом, поскольку на 6 томах мы не останавливаемся. Мы будем далее собирать рукописные тексты, продолжать рукописную историю в печатном виде и, естественно, пополнять интерактивную книгу новыми героями, новыми подвигами. Сотрудники библиотеки приглашают ребят в возрасте от 7 до 14 лет увековечить историю и рассказать о подвигах своих родственников.